Сегодня многие туристы предпочитают отдыхать в Анапе. По словам отдыхающих, уровень сервиса не уступает европейским курортам. Теплое море, горячий песок и синее небо – это еще не все. История города достаточно древняя, хранит много тайн и легенд. Нам очень нравится в Анапе. Мы ездим сюда уже 10-й год. Постоянно. Еще и маленькие внуки, и большие уже все время сюда. Ну вот очень нравится. Потому что это Анапа, потому что здесь солнце, потому что здесь улыбчивые люди, потому что здесь замечательные пляжи, песок очень хороший. Ну и еще это наша Россия, матушка. Зачем нам Турция? Здесь вышел, везде пообщался, везде съездил, все свое родное. Поэтому в Турции мы тоже были, но здесь лучше. С каждым годом курорт преображается, и гости отмечают, как меняются улицы и парки, сколько сделано для благоустройства. Просто нравится, что здесь так тихо, спокойно, уютно. Мне кажется, она очень изменилась по сравнению с тем, какой она, например, была 7 лет назад. Лучше стало. Да. Мы сюда уже постоянно приезжали. Ну, наверное, даже не знаю, в течение 3 лет. И зимой, и весной, и летом с удовольствием. Очень нравится. Причем нравится тем, что здесь и разные берега, и тут очень много интересных мест. Здесь очень хорошее развитое виноделие. Я люблю Анапу, потому что здесь золотые пески, и мне очень нравятся развлечения, которые здесь есть. Сибирь, Север, Дальний Восток, Центральная Россия. Все едут в Анапу подзарядиться на весь следующий год солнечными лучами, получить свою долю климатотерапии. Многообразие экскурсий, развлечений и пляжного отдыха по душе каждому отдыхающему. Тот, кто приезжал хотя бы раз, чаще всего возвращается снова с друзьями, детьми и знакомыми.